на более 180 маскировочных покрытий, что означает более 6,5 квадратных километров. Маскировочные покрытия – это и есть те самые «Маск-сети». Просто в 21 веке это уже не банальная сеть с кусочками цветной ткани, а высокотехнологичная защита, которая может отразить даже вражескую ракету, обманув ее с помощью технологий радиоэлектронной борьбы. От оптических средств применяется специальная пленка, полиэтиленовая пленка специального назначения, а от релокационных средств, от оптических релокационных средств применяется специальный многослойный пленочный материал, состоящий из полиэтиленовой пленки сверху и снизу и встроенной в нее металлизированная тарафталатная пленка. Это Владимирская область. Да у нас простая забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожную даль зовет. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, и дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд. Так, сегодня 1 августа, девочки. Сегодня наш праздник, День работника тыла. Да, мы работаем в тылу, плетем с вами сети, делаем очень важную работу. У нас сегодня еще новенькая девушка. Вас как зовут? Юля. Юля, откуда вы у нас пришли? Как узнали? Через контакт, через знакомых. Через знакомых контакт. Ну, все хорошо. Еще одной кружевницы добавилось. И это радует, да, девочки? Да. Да. Ну что, ударным трудом? Все. Так, и опять же, в честь дня тыла, работников тыла, мы сегодня уже вторую сеть сняли и скручиваем в рулончик. И у нас получается, что мы пунктик один по обязательствам 4-метровых сеточек. Еще один пунктик. Да, еще один. Выполнили, так, натянули все. На две сеточки у нас тут готовы к работе. Веревочку продергиваем. Так, и у нас что тут у нас? Ленточки уже нарезаются активно. Какие молодцы, да, все. Пришла вторая смена. Алена и Игорёша. Алена, кстати, приехала из Подмосковья. Здесь она по своим делам отдыхает и в то же время приходит, приезжают они с Северной, да, по-моему? С Верхнесадово. Да. Пару слов скажите, почему вы здесь? Что вас подвигло на такое? Кто кроме нас? Все. Да, кто кроме нас? Хорошо сказано. Спасибо вам большое. Вот, инкерманцы, берите пример. Галина снимает очередную сеточку. Они все утро плели. Большие молодцы, закончили.
красота. Так, сеточку сняли. И сейчас все вместе, да. Девочки. Да-да-да, складываем. На пол опускайте. Ага. Все, и... Ага, и еще на разочек. Все, на пол. Все, готово. Так, и все, да, ответственный момент. Свернуть сеточку. Маша, радость наша, сворачивает сеточку. Да, сейчас там. Да-да, беленькой веревочкой. Еще и пригодилось. Все, готово. Вторая смена у нас работает продуктивненько. Мы натянули две сеточки. Продернули, продергиваем уже, да, веревочки. Маша трудится, наша рукодельница, да. Ну что? Молодцы! Так, знак победы, девочки. 7 августа и вновь. Мы в центре плетения сети города Инкермана. И наша первая смена. Постоянные труженицы, девочки, красавицы. Так рада вас видеть. Так, и у нас новая девушка. И я еще не видела вас. Как зовут? У меня уже была Юля. Юля. А, уже попадала. Ну, у меня почти что девичья, поэтому ладно. Молодцы. Так. Александра получила следующую партию рулонов. Внук Веры помогает нам. Молодец. И Александра у нас, как всегда, пчелка трудится. Вот Иван молодец. Прям спасибо большое за помощь. И видео снимать, да. Потому что наш главный помощник. Главная кружевница. Снимает готовую сеть. Плела, наверное, ночная смена, и дневная, и утрешняя. Самое главное, что сеть готовая. Снимаем. И это классно. Александра у нас сегодня. Александру сегодня поснимать. Да, а то все в разных... Так, Александра скручивает очередную сеточку. Куда у нас эти сеточки пойдут? Юлиному мужу. СВОшнику. ПВОшнику. Угу. Вот жена приходит, для мужа сети плетет. Угу. Все. Готово. Процесс пошел заканчивать сеть. Чуть-чуть осталось. Продергиваем шнур. Ну да, уже окончание работы. Шнур и кусочек сети остался. И будет главный момент — упаковка потом. Время 2 часа. Доплели мы сети, две сети за смену со вчерашнего дня. И сейчас одновременно будем снимать. Карина, давайте быстро, быстренько. Как вы снимаете? Раз, раз. Раз, раз и снимем. Сейчас быстро мы все это снимем. Снимайте и в руке держите, потому что она опять... Да. Красота какая! Все, поехали?
Да, начинаем сворачивать. А как раз будет видно, кто это. Угу. Или видно? Ну, видно, видно, всю дорожку прям видно, да. Вот так. Все, рамки пустые, сейчас заполняться рамки будут новыми сетями. Труженицы такие наши загорелые, и загорать успевают, и работать. Когда отдохнешь, тогда и работаете. Да? Доброе утро, страна, и мы снова в центре плетения маскировочных сетей. Сегодня у нас Алена с Игорешей. Игореша стеснительный, конечно, но главное, что он молодец. Вот так вот у нас. Да, все, вот как у вас тут дружненько все. Раз, раз, и подстригли всю. 10 августа уже. Уже 10 августа. Да, смотрите, какая красивая у нас. Ульяна. Какое красивое имя. Ульяночка, ты про, от кого узнала про наши сети? Через другого газа. Ага, все ясно. Громко скажи. Через объявление ВК. Да, ВКонтакте. Да, да, да. Да. Так что не зря у нас ВКонтакте размещаются наши все. Ой, мы вас ежедневно читаем, ваши видео смотрим. Да, хорошо. Ну что, ну все, вперед. Светлана снимает сеть. Светочка, улыбнись. Красотулечка. Так, все, снимаем сеть. И уже одна пойдет в копилочку. Так, сеть сняли, и у нас почетное, так сказать, задание свернуть сеть. Игорёша сворачивает. Да, плотненько сворачивает. Вообще Игорь молодец. Во-первых, он плетет хорошо. И вообще молодец. И сеть натягивает. Процесс идет. И опять повторюсь, очень приятно сворачивать уже готовую сеть. Да, Игорёша, приятно готовую сеть свернуть. Старательно. Молодец. Ну, а еще маленечко, чуть-чуть вот так, да, собрать. Ну все, молодец.